Это память о тех, кто защищал свою родину, кто боролся до последнего и не побоялся отдать жизнь. Почти 14 тысяч советских воинов у родных и близких забрала война в Афганистане. Вот уже 27 лет со слезами на глазах о погибших солдатах в первую очередь вспоминают вдовы и матери. У меня уже 31 год сына нет. Ему бы сейчас было 52 года. Конечно, были бы и внуки. Он у меня прослужил 2 года, 2 месяца, уже переслужил. Написал письмо, что «мама, не пишите, я скоро буду дома к Новому году». А 17 декабря мне привезли. Ну вот так вот и живем потихоньку. Нас уже осталось очень мало. Мы очень благодарны, конечно, за все такие мероприятия, что помнят наших сыновей. Мы очень благодарны всем. День вывода советских войск из Афганистана – особая дата для тех, кто вернулся с полей сражений живым. Участники боевых действий ведут активную работу по воспитанию патриотизма среди молодежи. Их задача сегодня – передавать эту память из поколения в поколение. Мы своим примером показываем, что любовь к родине – это самый высший пилотаж, что дано нам Богом. Все, конечно, это снится, все это воспоминание в голове происходит. И мы созваниваем с боевыми братьями. Когда созваниваемся, мы, знаете, мы сразу же переходим в то время, понимаете? Вот, и поэтому хочу всех братьев наших поздравить. Дай Бог им здоровья, много-много лет жизни. И их дети, чтобы их радовали.